Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о своих кисточках для макияжа. Кисточки, которые мне очень нравятся, которыми я довольна, может быть, не на все 100%, но, в принципе, есть какие-то хорошие наборчики, есть какие-то средние, есть какие-то так себе. Ну, давайте начнем. Первые мои любимейшие кисточки – это Eco Tools. Очень мягкие, очень приятные. Обожаю вот эту кисточку Kabuki. Эту кисточку я использую для румян. Также использую для минеральной пудры. Эта кисточка суперская для растушевки. Она очень мягкая, очень такая деликатная, очень хорошо растушевывает. И кисточка для консилера, но я иногда ее использую и для теней. Очень классные кисти. Вообще, я просто от них балдею. Это кисточки а-ля MAC, то есть они не настоящие, но я в этих кисточках нашла кисточки, которые просто идеально справляются со своей задачей. Первая кисточка это вот такая. Для теней она очень удобная. Вторая очень классная кисточка для подводки. Она очень хорошо наносит гелевую подводку. Также классная кисточка тоже для теней. Можно использовать в качестве консилера. И мне очень понравилась кисточка для тональной основы. Она хорошо ее распределяет. И понравилась еще кисточка вот такая а-ля Duofibra. Очень классная кисточка. Тоже я использую ее в качестве бронзера. Она очень мне понравилась. Вообще хорошо справляется со своей задачей. И две самых обычных у меня кисточек старого набора. Также у меня есть классная кисточка от Oriflame, которая мне очень понравилась. Она очень миленькая, такая хорошенькая. И кисти, это недавнее мое приобретение. Вообще все кисти я покупала не за свой счет. Мне дарит любимый человек какие-то денежки, да, я уже покупаю. То есть это не за мой счет, все это куплено. И также вот такие кисточки, это я покупала на сайте Lambre. Очень хорошие кисти, они мне очень порадовали своим качеством. Очень красивый дизайн, очень понравилась вот эта кисточка. Безумно классные, вообще они хорошо набиты, но мне кажется, эти кисточки очень классно также использовать с кремовыми продуктами. Шел вот такой классный чехольчик для этих кисточек, оригинальный такой. И также мне есть вот такой набор Oriflame, который мне нравится на четверочку с минусом. Могу сказать, что чехол вообще просто обалденный, мне очень нравится, как он сделан, все очень стильно. Кисточки тоже очень красивый дизайн. Очень так выглядят красиво эти кисти, но могу сказать, что некоторые кисточки не справляются со своей задачей, хотя настоящий визажист, вообще человек, который любит макияж, должен делать свой мейк, да, любыми кисточками, не только дорогие от Sigma, MAC и другими какими-то брендами, он должен пользоваться даже самыми простыми кистями, самыми дешевыми и делать супер классные мейки, то есть учиться. Вот такой наборчик. Мне очень понравилась растушевочная кисточка. Вот такая кисточка для бровей и ресничек понравилась. Понравилась кисточка неплохая для румян, для тональной основы. В принципе, кисти по себе неплохие. Присмотритесь. И также у меня вот такой наборчик кисточек для минеральной косметики. Эти кисти из США. Они очень классного качества. Стоят они не очень дорого. Очень классные. Вообще нареканий нет. Просто я этим набором безумно довольна. И советую вам присмотреться. Потому что макияж они делают очень, очень классно. Справляются со своей задачей. И ворс офигенный просто. Он хорошо набит. Дизайн великолепный. Моется не очень легко. И потрясающий такой чехол очень с такого хорошего материала сделан, так что мне он очень нравится. Я не жалею об этой покупочке. В общем, всем приятного просмотра, всем пока, до новых встреч!